Ленты. Давно не снимала я видео, хотя у меня там накопились, которые еще я не монтировала. Мы снова в городе Монца, в ресторане. Окей, манчича. Эси. Здесь китайский ресторан, шведский стол, самообслуживание. Мы здесь приехали покушать морепродуктов. Ну, пока отключаюсь, покажу то, что я тут взяла себе. Ну, я, как обычно, взяла свои жареные креветки, салат из креветок. Так, муж там взял куца, сейчас буду у него воровать. Вот, набрал с лимончиком. Ну, приятного аппетита нам. Бон аппетита. Так, сегодня я покажу то, что я, возможно, не показывала в прошлый раз. Так, салаты с морепродуктами, которые я никогда практически не беру. Так, тут осьминожки, мидии, кальмары. Так, здесь сельдерей, тоже осьминожки, кальмары, помидорки черри. Так, ну тут колбаска нарезана. Так, а я пришла снова немножко взять суши. Вот эти люблю. Просто обычный рис с красной рыбкой. Сегодня мне абсолютно не понравилось с черным рисом. Что-то там внутри было сильно много травы. Рыбы практически не было. Так. Васаби, имбирь, лимон, палочки. Так. Ну, пока отключаюсь. Так, взяла немного суши, пока ждем рыбу, потому что сегодня очень много людей, что-то нам задерживают ее. Вот, чтобы было место в желудке для нее. Ну, приятного аппетита! Так, ну вот нам принесли каждому порцию рыбка красная. На гриле креветочки маленькие и большие креветки. Ну, может быть, это не лангусты, но недалеко выросли. Так, ну все, отключаемся. Пробуем. Так, мой муж ошалел. Взял два пирожных, вот такое. Бисквит какао с кремом взбитые сливки. Вот такое. Себе, наверное. И фруктиков. Так, тут у нас есть и свежие, и консервированные. Вот. Абрикос, дыня, ананасы. Ну и вот эти экзотические. В прошлый раз я не сказала, на что они похожи. Похожи, там же внутри косточка, похожи они на маринованную вишню из компота, будем так говорить. Ну что, кушаем. Ой. Жизнь хороша, хорошо жить еще лучше. Ну вот, мы покушали. Обошлось нам два меню и бутылка минералки 20 евро 50 центов. Так. Ну что, небольшой влог снова в этом заведении. Ну, мы в основном сюда приезжаем только покушать морепродукты. Как бы сейчас такая жара, что особо-то ничего не хочется кушать. Мы вообще вчера думали, что уже в Италию пришло похолодание.
Гроза начиналась три раза с очень сильным дождем. Ночью даже закрыли окна, потому что было холодно. А днем опять по 30 градусов. Вот так вот. Магазинчик тут какой-то, супермаркет. Кстати, новый открыли. Мы туда не заходили еще ни разу. Вот. Ну что, всем пока. Хорошего настроения, хорошего дня.